Дякуючи спякотному надвор'ю, водойом – одне з самих популярних місць відпочинку. Врятувальні служби не знижають пильності. З початку года у області врятували 27 чоловік. Попередили каля 2000 нещасних випадків на воді, причому 300 з їх з уделом дітей. Потонули 32 чоловіки. Основними причинами цих нещасних случаїв остаються прежні. Это купание в местах, не предназначенных для этого, в запрещенных местах. Это купание и нахождение у водоема в состоянии алкогольного опьянения. Также недосмотр за детьми. Попередить трагедии можно. Треба менять ставление людей до своей безопасности и повышать веды у этой сферы. Как вести себя у экстренной ситуации, кому телефоновать и что казать. Как выкористовывать сродки вратования и оказывать первую меддопомогу. Удельники школы вратовальнику отримали теоретичные веды и замацавали их на практике. Головная тема – безопасность на воде. Сегодня пытаемся искать новые формы работы, которые как бы обратили бы внимание не только детей, но и взрослых к степени безопасности детей, в принципе, в целом, как и на воде, так и на земле. Школа вратовальников – это 5 пляцовок. Наведывающие кожные удельники отказывают на пытание по правилам безопасности у воде и у лодцы. С практичных задач – кидание вратовального круга, надевание жилета, оказание меддопомоги. Мероприемство оказалось не только корыстным, но и вельми цікавым. Мне все понравилось, особенно когда я метал круг и веревку. Мне больше понравилось надевать жилет. Очень интересное мероприятие. Плануется, что занятки у таких школах вратовальников будут отбываться по всей области. Максим Савин, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».